и подъем. А, вот. Понятно, да? Видите, вот как раз это более характерно. Это ничего не говорит, что там, ну, большинство прессия, там поворот пошел или прыжки, мы забиваем дальше мышцы. В спортивной гимнастике там всех. Ну, понятно, пока ты. Сложно, долго можно про это с пластиками говорить, мы пока вот такие нюансы. Смотрите, первое — это расширение щели первый и второй палец. Иногда вот есть сандали, греки носили, вот там сандали, и так говорят, сандалевидная стопа. Иногда говорят и пишут как. Вот, что это такое. Ну, то есть не то, что так и пишут в стопе, они везде, просто в данном моем стопе. Вот можете увидеть, что расстояние разное, чья длина второго пальца. Если он чуть-чуть длиннее, это тоже признак той же диспластичности, когда связки, и в частности, тоже будут, скажем, более мягкие, немножко атипичные. И реагировать по-другому, то есть такие дети реагируют по-другому на раздвижение первого. Это ни на что нет, отражается. То есть это стигма, но на что отражается? У них будут все, когда полупальцы, в основном страдать вес только посередине на этом фалам второго пальца, и в итоге есть очень много. А вот видите, да, обратно. Куда? Ну как? В другую сторону. Это? Понимаете, развивается. Но обычно все-таки развивается колени назад. А локти — это как колени. Сюда ветка развивается, согласитесь. Да, ну, давай, вот. Нет, а что это? Что это? О чем это говорит? Да? Это говорит, что у них соединительные ткани. То есть способность есть к растяжке. Да. К растяжке чего? Ну, в принципе. Ну, связки. Да. Формально связки. Таких, чем у таких детей хочется быстрее взять к себе. Ну, потому что они тянутся. Но опыт показывает, что они всегда тянутся туда, куда не нужно. То есть у них очень хорошие кривые, то есть очень глубокие кривые шпагаты. Но переделать их очень тяжело. То есть, да, а формально вы ее вычищали. Ну, низ обычно связан с верхом. Это ноги, считаете? Ну как? Вот. Плечи намного меньше. Намного меньше. То есть мы увидели, что здесь она терпит, но по всей видимости видно, что она у нее побольше, да? Здесь повыше. Это как раз и есть шаг. И думаешь, что же она все должна. Все вроде бы как мы хотели. А вот 3-4. Расслабилась. Сдали. 1, 2, 3, 4. Расслабилась. И, кстати, правая нога назад, она всегда хуже. Ведь вперед не хорошо. Она левша, да? Отлично. А, вот это и есть. То есть, а там у них как раз левша может быть только по рукам. Вот я ничего не делал, вот у нее плохая нога. Назад, вниз. 1, 2, 3, 4.